Ассаляму алейкум, азиз телесержилер, хабирлер информацион тақымы сонка, деселер ақында Ослев қаларында тарифы тәжек. Студияда мен Лилевед Жатчалышам, бүгін бөлем алиматлар ақында тарифы теміз. Лондра шәрінде базар күнюгеде бұйық теракт юз берді. 48 инсан хастаханеге оғырады, 7 инсан иляк олды. Суфсыз яшайыш. Қарасу базар районын көке көнде суф меселесі ғайет кескін тура. Қарасу базар районын ені сала көйінің түптекі Кокасан янында құтлеви реконструкция олып кетті. Құрман ве Бақчысарай районларындан Ақмешжит ве Алушта шәрлерінден яш спортшылар Юнан Рома күреші бойынша бірінші жумхури турнирде іштірак еттілер. Лондра шәрінде базар күні кеше бұйық теракт юз берді. Ұжымдар бұйық шәрінің мерекезінде ерлі вақыт бойынша кеше сағат 10-да олып кетті. 80 километр сүрәтінен кеткен бейяс автобус башта жаяв кеткен инсанларны басып башлады, сон өз әрекетіне девам етіп, Боро базарында етті, анда фургондан 3 адам шығып, кеткен инсанларға пычақпен атылдылар. Скотланд Ярд хабар еткеніне көре, бұл адамдардың белдерінде өлімге азырларының сақты құшақтары бағылады. Сағлық сақлау милли қызметінің мәліметіне көре, ән аздан 48 инсан хастаханеге оғырады, 7 инсан әлек олды. Русия дипломатик миссиясының векілі айтқанына көре, Русия гражданлары оларының арасында жоқ. Бізім телеканалымызның муарретіне Қарасу базар районы Көкей көйінің сәкенлері мұраджат еттілер. Сәкенлер яшамаға мечбур олған ғайет ағыр шырайтлер ақта шекейет еттілер. 21-ші бұ мескен ер суфсыз омүр кечіре. Ерлі сәкенлер меселенің насыл чезелер. Бұ сөлге жевапны бізім ұхберіміз Сафия Шукурова білді. Қарасу базар районы Көкке көйінің бінден зәйде сәкені 20 елдан берлі суфсуз яшайлар. Кеме разбарларда арычықлар, яне скважиналар бар. Ама андаки суф ічілмей, оны ічме қафлы. Когда уж колхозы все развалилось, после этого ничего не стало. Насосы там разобрали, насосы все. Ну, с тех пор воды нету. Все, на, все вся Русаковка страдает этим сейчас. Это ладно, мы еще здесь более-менее, вот здесь у нас хоть верховодка есть, а вон там те улицы, у них вообще и верховодки нет. Соленая вода. Соленковатая вода, известковая вода. Для технического, вот моемся, для посуды, скотине. Көйді ішілген суфның екене мен басы бұ колхозлар вақытында қазылған құйу сайыла. Ну вот, если кто-то передо мной накачал, вот видите, она так тихо, ну минут 15 придется вот флягу накачивать. Вот так вот. Она то пропускает, тут резинки меняем сами иногда. Вот зимой вот еще осталось, палим, видите, вот это вот с пластмассы, чтобы разморозить воду и качать. Потом вот так качаешь, качаешь, домой приезжаешь, уже и пить ее неохота. Ерлі сәкен Надима Джимурзаевның сөзлеріне көре сәкелер пек қиналалар. Әркез бірді бір чәре тапып құйуға келе. Әсілі башлы виялыныз яшаған сәкелер әсет тек техник суфны ішлетмеге мәжбурлар. Лет 20, может 18, воды вообще нету. Вот как это все заброй, колхоз распался и вода пропала. Раньше я, например, вон там еще километр, там есть под землей родник, но там спускаешься метров 12-15, такой вот склон. Ковшиком набирали воду, потихоньку фляги подымали и возили. Потом я уже туда не могу, тяжело подымать. А так люди, кто с тележкой, вот, когда здесь качаем, приходит кто-то с тележкой, кто-то на велосипеде. Иногда попадешь 4-5 машин, бывает такое. И вот ждем. Меселені чезмек үшін біз Қарасу базар район мемориатының башы Галина Переловичнен бағландық. Зная все проблемы не только Русаковского поселения, а всех поселений именно с водоснабжением, приняли решение передать полностью водоснабжение в воде Крыма, чтобы было большое предприятие. В настоящее время, так как в Русаковке практически сети уже на износ, будем делать проектно-сметную документацию. И в ближайшее время в приоритете стоит Русаковское поселение, потому что там будем подавать им воду. Бізім телеканалымыз бұ меселе чезілуіні өзіне зәреті алтында тұтажақ. Сафия Шукурова, Айдым Исмаилов, Миллет үчін. Православ дүния ән бұйық байрамлардан бұрыны Азиз Троица күніні қайт әті. Бұ күн Пасха байрамдан 50 күн кечкен сон қайт әтілі. Айталар ки тамым шу күні Вселенская апостольская церкіф кілсесінің темілі қолған адам. Ибадетханелерде байрамлық қызметлер өткерілі, бұ күнде христианлар евлерде ве кілседе дуалар оқойлар.
Ахмеджитте шер күніне бағышланған парлақ тәдбірлер олып кетті. Бусене Ахмеджит ос 233-ші доған күні қайтатты. Эсас барам тәдбірлер Ленин адына меркезінде олып кетті. Тәфсилатлы же бізді мұхбіріміз Султан Емеджит. Хырым пайтақтының доған күні шерифіне Ахмеджит шерінің меркезінде тантаналы юруш кетті. Анда чешет ренкле урбалар, аватоплар, велбетті, бақтылы тибусімлеріні көрмек мүмкінеді. Тедбірде бінлер же инсанлар іштирак еттілер. Оларының арасында джемиет ве медени эрбаплар да олды. Ленин адына мейданға яқынлашқан вақыт хырым сакинлеріні пайтақтының 233-ші доған күнінен хырым жумхуриетінің башы Сергей Аксенов хайырлады. Хочу поздравить Симферополь с очередной датой, с очередным днем рождения. Город, знаете, как вот на глазах преображается, становится все лучше, становится все краше. Я знаю, что мы сегодня все с вами совместно намерены сделать его столицей Крыма так, чтобы она соответствовала этому имиджу. Это первый город, куда попадают наши гости, которые прилетают в аэропорт Симферополя. Через город Симферополь они проезжают, даже если идут отдыхать на курорты. Поэтому наша, конечно, с вами задача убрать, украсить наш город, сделать его добродушным, гостеприимным, вежливым и с радостью встречать наших гостей. Концерт программасы «Парлах» ветуе ғуныды. Ахмеджит сәкенлеріні вехырым байтақтыны мусафарлеріні ерлі и джади коллективлер хувандырдылар. Ата Энкенджи Ахмеджит сәкенлері өз туған шеріне барышық мұхаббетлік ве бадынлық тілейлер. Сегодня день города. Днем рождения Сиропай. Байрам концертіні Русия эстрада гелдызлары Лесоповал группасының сабық ерджісі Сергей Куприк, Наутилус Помпилус ве Юпитер группаларының экс-лидері Вячеслав Бутузов ве Родион Газманов ерштырдылар. Программының сонында есе байрам фишенкі олды. Султани Эмиджит, Арзы Хасьянова, Асан Дивадинов, Миллет Ичун. Қырым Жумхурият Тақиқат комитетінің хадимлері Кезлев шәрінде реабилитацион меркезінің балалары үшін арби спорт эстафета кечірділер. Балаларға селяны бозы ғарыдан топламаға, автоматтан атмаға, хафлы вазиеті адамны құрчаламаға, әмде әлінен көрешмеге өгіреттілер. Русияли оксус балалар үчүн шифахане реабилитацион меркезде арби спорт эстафетасы кечирилди. Тедбир тешкилатчылары Кырым Жумхуриятынын такыйкат комитети болду. Русиянын регионал досав бөлүгү эле бербирликте Кырым десант ордулар ветеранлары бирлиги тешкилаты эмде Южный рубеж атлуу махсус бөлүгү балаларга чоктон чок мастер-класс көрсөтүлөр. Такыйкат комитети эмди чок сефер балаларга келелер. Велбетте бош кол менен дегил. Тедбир балалар корчулав күнүнө ве Русия күнүнө багышланды. Цель первая, традиционно, мы с данным детским учреждением дружим практически три с лишним года, с первого дня существования Следственного комитета на территории Крыма. С ребятами мы постоянно общаемся, проводим с ними мероприятия. Ранее у нас были другие формы, также и спортивные, и танцевальная и конкурсная программа. А вот именно вот военно-спортивное вот мероприятие вот в таком формате мы проводим с ребятами впервые. Но то, что стабильность она будет, я говорю, мы практически не разово, а на постоянной основе проводим мероприятия различные с ребятами. Бүгін бұл Нишан Атуф автоматыны бозып ғайрыдан топлабақ кебі чешіт мастер-класслар олды. Мераклы кебі тек оғланларыны дегілді, қышчықларыны да меракландырды. Автоматлар санки ақиқи еділер. Әлбетте олардың арби зарядлары еді. Патронлар ве пулялар, ерене радиопередатчиклер ерлештірілді. Нишан атылғанда олар сез ве ұшық сигналларынен белгіленеді. Меня зовут Дима Галактионов. Я приехал с Вельска, Сахарнинской области. К нам приехали вот люди, которые показывали нам карате, обучали медицинской. Вот я только что стрелял, поразил все мишени, кроме двух. Мне очень понравилось. Я, может, буду даже поступать в кадетную школу. Тедбірде МДЛ көреші бойынша көстерігі чықшылар олды. Көрешчелер әвелден азырланған ұсуларыны мұвақайтлек іле қолландылар. Ве меркезде тербей алғанларыны өзлеріні қорчаламаға өгіреттілер. Балларға МДБ-інші түббей ярдымны көстермекіні өгіреттілер. Ая қол сынғанда не япмалы сүн не нефес беру ве чешіт башқа қорчалав дертілер олды. У нас отряд Red Set, который символизирует то, что для оказания медицинской неотложной помощи не обязательно иметь непосредственно медицинское образование. И поэтому мы обучаем детей, молодежь правильно поступать в таких ситуациях, не паниковать.
последовательность, алгоритм действий и все в таком. Русияли Швахане Реабилитацион Меркезде Русия Федерациясының 46 субъектінден балалар болуналар. Бүгін олардың меркезінде тахминен 230 бала бар. Кезлевде, денізде ве темыз авада балалар реабилитация кечелер. Тедави тедбірлер кечереле. Олар мусиседе 10 ай қадар болуынып, емде тасил алалар. Начался заключительный этап их здесь пребывания, который ознаменован рядом самых ярких, красочных, эмоциональных мероприятий, которые я думаю, и станет и сегодняшняя. И мы каждый раз рады гостям, рады вот таким инициативам, потому что наши дети, они открыты, открыты для общения, они хотят больше узнать, больше поведать и уехать на места с прекрасными, чудесными воспоминаниями о пребывании в нашем центре. Бүгін тақиқат комитеті меркезінде тәрбие алғанларға тәбәссүмлер ве куванч таққалары бағышланды. Куванч есе бұл әрбір бала үшін пек еметледір. Мавилея Юб, Энвер Аблязиз, Асан Зевадинов, Миллет үшін. Қарасов базар районын ені сала көнінің түптекі Кокасан янында құтлеви реконструкция олып кешті. Бұл ерде ішкі партизан отряды немсе фашист басқынжыларыны ғалип чықанына тақдим әттілер. Бұл ұлу ватан женгі вақытында олып кешкен ұрушлардан бұры сайла. Бізі мұхбіріміз Софья Шукурова бұл ерден тәфсилатлыжа тариф әтер. Реконструкцияны тешкелетмекте 160-тан зияде инсан иштирак этті. Олардың арасында эм буйыклер, эмді балалар олды. Олар 41-нче сененің ноябрь айында олып кечкен вақааларыны айны ішкі партизан отряды немсе фашистлеріні йоқ эткеніні көстерділер. Реконструкция сделана силами ребят со всего Крыма. Сегодня у нас около 2000 зрителей. Самое главное, что среди зрителей большая часть – это школьники, молодежь, которым очень важно знать историю, помнить историю. Это первый партизанский бой, когда группа партизан в содействии пограничникам окружила и разгромила немецкую колонну, которая находилась около 1000 фашистов. Для меня это очень важный день, потому что у меня дед был на войне, принимал участие. Дедушку звали Макеев Андрей Иванович. И он воевал сначала с немцами на Дальнем Востоке, а потом с японцами. Прошел всю войну. Войны не должно повториться, и больше всего понравилось, то, как прошла сама реконструкция, как мы выиграли фашистов. Бұл ұрыш бір хачта Девамытты Шархи Қырымның подпольщиклер отрядының реберы Михаил Ильич Чуп олған еді. О вақытта о Қырым Қойхожалық колледжінің мудері вазифесінде чалыша еді. Ичкинский отряд объединил в себя тогда партизан Красубазарского района, Зуйского района, Советского, Нижнегорского. Здесь шли жесточайшие бои. Здесь именно партизаны стояли на смерть для того, чтобы защитить свою родину. Нужно людей всегда объединять вот какой-то святыня, а эта святыня явилась именно партизанское движение. Мы стали организовывать эти встречи уже не просто встречи партизан, а встречи с молодежью Восточного Крыма, где они могли встретиться с ветеранами, те обменивались мнениями, рассказывали свои, делились своими воспоминаниями, теми горестями и радостями побед, которые они испытывали здесь в лесу. Улу ватан дженкенен ветераны Керич Кефе десант амилиятынын иштиракчысы 90 6-ялы Александр Лубенцов Хырымны азат эткенде шахсен озю 9 фашист эшелонуны патлатканыны хатырлай. Это встреча с друзьями, это невозможно, это, вы знаете, это радость такая, что мне уже 96-й год, и я сюда приезжаю и встречаюсь с людьми, и с молодыми встречаюсь, понимаете, это продолжение. Реконструкцияны зиярет эткен вахыт сыныржылар хизметінің аскерлері орманда чыхышқа азырлық корейдейлер. Сыныржылар дәресінің хадимлері қайды дейлер ке, оларның дәресі дәверлерінің бағыны көстере, яни джен кейларында ве бүгінкі күнлерде мудафа усуларыны ве қорчалав техниканы нумай ишетте. Используем мы в ходе показательных поступлений свое штатное вооружение, это автоматы Калашникова, пулеметы ПКМ+, соответственно, наш колесный гость, это наш БТР, который также будет задействован в показательных поступлениях. Постарались сделать небольшой сюрприз. Сынырджылар идаресының хадимлері террористлер яқалануыны көстерділер, сонра әл күрешіні нумайыш әттілер.
постановка на высшем уровне, особенно впечатлил рукопашный бой и как применялось оружие, тем более гранаты и выстрелы из пушек. Я прочувствовала даже на себе, пусть это постановка, но очень животрепещущая. Я думаю, что мы должны помнить об этом, не забывать. Очень хорошо, что проводятся такие мероприятия. Мы пообщались с ветеранами, мы их встретили. Очень жаль, что их становится с каждым днем все меньше и меньше. Они рассказали нам о том, как было раньше, о том, как было тяжело, и о том, что нужно все-таки быть более патриотичными, проявлять это в каждом дне нашей жизни. София Шукурова, Всеволод Матросов, Милетычу. Тавридо Меркези музейінде Шымали Кавказ Ингушетия Джумхуриятының 25 жылына бағышланған концерт олып кешті. Концертны мили медени мұхтариетлерінің ижади коллективлері яраштырдылар. Бұнен бер-бер фольклор ансамблер мұсафырлеріні Қырымда яшаған халқларының урфадерлерінен везенгін мединетінен таныштырдылар. Всех субъектах. Русия Федерациясының эпс объектлері бұл байрамға бағышланған концертлеріні кечерейлер. Біздің ярымындымыз да сырадан қалмады, чүнкі Қырымда ингул халқының 63 векелі яшай. Бүгін біз мемлекеттік или чоқмелетлі Қырымны тақдымы темыз. Менісе эпсі халқларыны байрамнен қайырлап, оларға тек яқшылық ве бір-біріне урмет телемеге істейм. Тедбірнің тешкілячісі «Халклар дослух» әві оларға Қырым Джумхуриетінің милетлер ара мұнасебетлері ве сүргін әтілген гражданлар ішлері бұнжа Девлет комитеті қол тұтты. Қызылташ Қырым татар футбол тақымы имае шурасын кеніш топлашуыны өткерді. Топлашуф Русия Федерация Девлет Думами бұсы ве имае шурасын елбашчысы Руслан Бәлбекнің реберлігінде кетшті. Оның кетшатында футбол клубының үрішмелері ве келеджеке планларыны музыкере еттілер. Бұндан ғайры Руслан Бәлбек клуб ішіне қол тұтқанларға сертификат ве тешікурнамелеріні берді. Хатырлатамыз, клуб бір ел әвелсі мейданға кетірілді, қысқа вақыт ішінде тақым белі бір мұфақиетлеріні қазанды. Ахмешжит районының Сарабус қасабасында Қырымның ачық чемпионат матчы олып кетшті. Ялталы Қызылташ футбол тақымы мұсафырлікте турнирінің рақыбы Гвардеец адлы тақымы еле ойын кетшірді. Нетежелер ве мираклы даққалар Невбеті Келевхамызда. Топ ойын мейданында Гвардеец тақымға қаршы матч қиын олачаққа ошайды. Чүнкі бұл алтын мүкафатының сайыплері. Тарла сайыплерінің тәжібесіне вейрішмелеріне бақмадан мевсімнің яны Қызылташ тақымы юксек севеді ойын кечірділер. Бірінші тайм алтыншы дақада Гвардеец тақымның ойыншысы бірінші голыны ұрды. Я думаю, первый гол был самым таким переломным, потому что тяжело играть в командах в таком чемпионате, когда один гол забивают и играют вроде две равноценные команды, но одна закрывается, тяжело скрыть защиту. То есть наша как бы, ну, тактика именно во втором тайме не сыграла положительную роль. Өзіне бетінді Қызылташ тақымының ойыншысы Никита Каляев башы үйле тіміз голыны орды. Ләкін әкемлер оны саймадылар. Ойыншы топқа қолынен тиген ақта айттылар. Побежал радоваться, судья показал, что я сыграл рукой, но пусть это останется там на его совести. Ну, я считаю, что как бы мы проиграли бы или 3-1, или 3-0. Ну, конечно, как нападающему хотелось забить там, да, и, может быть, это повлияло бы на ход игры. Екінші таймда Қызылташ тақымы үшін муапақиетсіз олды. Ялталылар 2 гол қачырдылар. Нәтижеде 3-0. Қызылташ футбол клубының президенті Альберт Крушутов айтқанына көре, мұхлистер үшін ойын парлақ ве мерақлы олды. Матч өзі есе бұйық емейет ташшымай. Екі тақымда ойындан әвел ярыш жедвелінде бірінші ве үшінші ерлерді ерлеші еділер. Досрочно Гвардеец стал чемпионом Крыма. А Кызылташ стал бронзовым призером. Вот, но была игра принципиально с позиции клубов, с позиции игроков, потому что все хотели друг другу доказать. К сожалению, сегодня удача была не на стороне Кызылташа. Значит, первый очень быстрый гол, который залетел абсолютно случайно, в принципе, сделал всю остальную игру. Гвардеец адлы тақымның ойыншысы Александр Гончаренко ғалебе футбол тақымның ярарлығы деп сая. Рахыплерінің тақымыны есе дегерлі. Хорошая команда с хорошим подбором футболистов. Они наверняка будут участвовать в высшей лиге в следующем году. И, ну, только желаем им удачи. Счет, может быть, был не по игре, но могу точно сказать, что мы заслужили победу и заслуженно выиграли чемпионат.
Яшлякин перспектив Кырымтатар Кызылташ такымы казанган галебелерде тохталмага истемей. Огде да чок идманлар ве максатларга иришувлер. Аман-аман бу жума акшамы куну Ахьяр футбол такымы элен Невбеттеки оюн олуп кечечек. Ярыш Бакчасарайдаки Дружба адлы стадионда откерилечек. Матчнын сонунда эсе Кызылташ такым оюнчулары Кырымнын ачык чемпионатында 3-жү жерни казанганлары үчүн мүкөфатланачаклар. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, Миллет үчүн. Курман ве Бакчысарай районларындан Акмешжит ве Алушта шаарларынан яш спортчулар Юнан Рома күрүшү боюнча биринчи жумхурий турнирде иштирак эттилер. Русия күнүнө багышланган ярышлар Курманда Стеценко адына ташыган спорт мектебинин базасында болуп кечти. Медалдарды ким казанды? Биздин мухбирибиз Султания Истакаева тарифтеджек. Дебют турнир 2006-2008 сенелерде доган эң яш 80 пельванны топлады. Спортчы Искендер Исламов билдирди ки, о исрарлыкнын идман эте, күчүнө чыдамлыгыны ве тезлигини инкишаф эте. Тамам шунун үчүн ракипни еңип алды. Я занимаюсь уже почти 2 года. Мен энди 2 жыл девамында бул спорт менен огурашам. Мында аякларга япышмага болмай, сербес күрүштө эсе мүмкүн. Аякларыбыз хорчаланмай. Мен эр дайым бул спорт менен огурашып, олимпик чемпион болмага истейм. 63 кило чеки категориясында Галип Курман районунун Найлебен коюнден келген спортчу Амин Инжиев болду. О кайдетти ки 3 жыл девамында эр күн идман эте. Амин Инжиев эмин бул галебе сон кедегил. Я стал чемпионом. Мен Керич Курман чемпионы олдум. Келечекте исе дүнья чемпионы олмага истейм. Спортчы Билял Алиев исе 47 кило чеки категориясында галип чыкты. Билял айтканына көре, бул спортчу шытыне севгини онун агасы ашлады. Борьба была сегодня. Куреш бүгүн кыйын болду. Менин ракибим Петровкадан келди. Мен бул турнири бекбегендим. Келечекте да иштирак этмеге истейм. 50 кило чеки категорияда Бакчысарай районунун Аджы Булат коюнунан келген спортчу Николай Гунько галип чыкты. Онун фикринче килимде пелван өз эң жакшы кусиеттерин намайыш этет. Келечекте идманчы болуп чемпиондорду тарбиялемеге истей. Мана бир аз кыйын болду, ама мен өз категориямда галип чыкканыма бек кубандым. Эң күчтүүлөрүн 12 чеки категорияда тайын эттилер. Спорт ярышы Халкара Федерация ве Умум Русия Федерация кайделери эсасында болуп кечти. Турнирдин тешкилечиси Стеценко адыны ташыган спорт мектебинин мудири Абдурайым Билялов кайдетти ки, эң яш пелванлар үчүн турнирди Курманда эр келип кечирмеге планлаштыралар. Наш вид спорта. Биздин көрүшүбүз жесур спорт чышыты. О бизге жашайыш боюнча жол көрсөттү. Бизге жүксек инсан кусиеттерин ашылды. Бул турнир ан-аневий болочак. Биз жаш неселибизге биздин мектебибизди көрсөтмөгө ве бул спорт чышытына авеслигин ашламага истейбиз. Курмандаки турнир өз күчлөрүн сынап бакмак, эмне тажрыйба ве билги алмак үчүн яны имкандар. Эпосу галиплерин тантаналуу сүрөттө кубок, медалдар ве фахрий ярлыклар эле мүкөфатладылар. Султания Истакаева, Рамазан Алевапов, Миллет үчүн. Шымдылык бул эпосу маалымат яны вакалар акында дайыма хабардар олуну свисат 20:30 келечек хабарлар информационный программасынын Нариман Тарсинова эле качырманыз. Янымыздан соң эсе жанлы эфиринде Мираба Рамазан Лихасынын чыгышын сыйр этмеге теклиф этебиз. Биз эле олуну сагынып калабыз.